Бюджет городского поселения Одинцово в 2017 году превысил 2,5 миллиарда рублей. Около 70% от этого объема составили собственные доходы. Была проделана большая работа по консолидации бюджетных средств и урегулированию налоговых задолженностей. Усилия администрации принесли свои плоды. Они позволили в полной мере исполнить социальные обязательства перед населением. Совет депутатов городского поселения, администрация делают все возможное для того, чтобы все льготные категории населения города, а их 18, получили достойную поддержку из городского бюджета. Так, в 2017 году местные социальные выплаты в виде скидок по уплате жилищно-коммунальных услуг составили более 53 миллионов рублей. Скидкой воспользовалось 5962 человека. Всего же социальную поддержку в 2017 году получили более 8,5 тысяч человек. Ее общий объем приблизился к 90 миллионам рублей. Значительные средства вкладывались городскими властями и в жилищно-коммунальное хозяйство. В поселении прошла замена 91 лифта, ремонт 13 кровель. В 124 домах отремонтировали 451 подъезд. Велись фасадные и электротехнические работы. Исходя из задач, которые обозначил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, мы понимаем, что основной объем работ в сфере ЖКХ приходится на капитальный ремонт многоквартирных домов. В адрес регионального оператора фонда капитального ремонта организовано и осуществлено перечисление средств собственников помещений многоквартирных домов в виде взносов на капитальный ремонт, в том числе и из бюджета городского поселения, находящейся в муниципальной собственности квартир в размере 40,5 миллиона рублей. Среди других приоритетных направлений деятельности администрации городского поселения в 2017 году были формирование комфортной городской среды, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, проведение культурных и спортивных мероприятий. Конечно, в центре внимания постоянно находятся и вопросы безопасности, в частности, развитие системы видеонаблюдения. В местах массового пребывания граждан, во дворах, на детских площадках, а также на улицах за счет бюджета города установлено 165 видеокамер на территории, непосредственно прилегающих к школам, детским садам и объектам здравоохранения. Александр Гусев в докладе особо подчеркнул, что значительных успехов поселению удалось добиться во многом благодаря постоянной поддержке главы района Андрея Иванова и районной администрации. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».